Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Белые моголы». Значит, на днях, точнее вчера, пришла мне вот такая ссылка от Виктора Максименкова. Вот они, настоящие белые моголо-татары. Открываю я, значит, вот так вот. И вот такой вот ролик. И рассказывает автор про этих самых моголов-татаров. Обратите внимание, вот это на соколиной охоте Чингисхан. Очень-очень много он тут нашел таких вот рисунков. Из европейских библиотек, из европейских книг. Вот это значит жена Чингисхана. Смотрите на здоровье. Хочу предложить вам, чтобы вы подписались. Обратите внимание, Тимур Бек. Вот такой вот дядька. Рекомендую вам посмотреть этого замечательного исследователя. Виктор Максименков. Когда я, значит, поинтересовался, набрал в Яндексе, есть ли у него что-нибудь еще такое подобное, то я удивился. Оказывается, человек долго этим всем делом занимается. И у него есть что вам рассказать, ребята. Очень вам рекомендую. Посмотрите, сколько он информации собрал. Это просто поразительно. Сейчас вам покажу, сколько у него роликов оказывается. Но почему-то подписка 1200 человек. Очень мало. Поэтому, ребята, подписывайтесь, смотрите, рассказывайте друг другу. Посылайте в соцсетях, очень интересно, и много материала Виктор здесь собрал. Сейчас покажу вам, сколько у него есть роликов. Вот, значит, его канал. И вот какое огромное количество роликов он сделал. Все они интересные. Я вчера, значит, об этих белых, вот, настоящие белые моголы, татары. Вот этот ролик я вчера посмотрел. Очень интересно, рекомендую. Как-то так прошли мимо, ребята, вот этого интересного исследователя. Очень мало просмотров, 885 за неделю. Так что я вам настоятельно рекомендую обратить внимание на этого исследователя. Посмотрите, очень много есть чего посмотреть. Видите, да? То есть человек занимается всем этим делом плотно. Причем очень хорошо он все это дело тут собрал. В своих роликах. Ролик мне понравился, ребята. Информации много. Хотите, смотрите. Хотите, есть у него ВКонтакте. Вот здесь вот переходите по ссылкам. Настоящие белые моголо-татары, Тартарская империя вплоть до 19 века, наследница Скифии 5600 лет назад, белые боги, правители населения Китая от времен таких-то, таких-то. Так что, вот еще пирамиды, единые энергетические центры планеты, уникальные технологии древних по всему миру, Египет. Белые боги, фараоны и население Египта вплоть до 19 века. Дария, северная прародина человечества и первая луна Земли Лёля. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Город и пирамида в России возрастом 1
Так, сколько тут? 110 тысяч лет. Археология белой доколумбовой Америки. То есть, посмотрите, вот они ссылки. Рекомендую зайти на егоный канал, посмотреть ролики, ну и, естественно, подписаться. Спасибо за внимание. Смотрите очень интересные ролики Виктора Максименкова. До свидания.